Голосеевский райсуд столицы отказал защите Александра Клименко в ходатайстве против отвода судьи. В эти минуты продолжается заседание по заочному следствию в деле экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича. Обвиняют его в участии в преступной группе, а также в незаконном завладении госсредствами в размере более 3 миллиардов гривен. Представляют интересы Клименко 3 адвоката. Самого подозреваемого в зале суда нет. С 2014 года он объявлен в розыск. Ходатайство защиты об отводе судьи было рассмотрено в экстренном порядке, после чего заседание продолжилось. Слідчий суддя ухвалив задоволені заяви захисника Клименко Олександра Вікторовича, адвоката Клименко Олени Миколаївни, провідові слідчий судді Голосіївського районного суду міста Києва Мершенченка Оксани Володимирівни відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Слідчий суддя підписує.